Дева, приветствую вас, мои дорогие. Давайте посмотрим ваш расклад на октябрь месяц. Что вас ожидает в начале, в середине, в конце месяца? И посмотрим в конце расклада, да, карта совета, что вам высшие силы советуют. Может, какие-то подсказки, может, какие-то остережения, да, может, что-то может поменять в вашей жизни, может как-то себя вести. И первая карта для вас в начале месяца, да, карта рыцарь мечей. Рыцарь мечей показывает, уже в начале месяца вы должны сделать какие-то действия. Вы должны, может, какие-то, знаете, шаги, которые вы очень долго думали, но как бы не решались. И для вас было как-то тяжело принять какое-то решение. Вот в начале октября уже нужно действие, уже нужно не бояться, не быть в переживании, а действовать именно какие-то. Хочу сказать еще, для того, чтобы вы были счастливы, вам нужно уже что-то изменить в вашей жизни. Нужно что-то поменять. Давайте посмотрим следующая карта, да, следующая карта в начале месяца, что это касается, пятерка пентаклей. Знаете, пятерка пентаклей показывает, что от вас уже идут какие-то пустые надежды, какие-то пустые переживания, какие-то, может быть, пустые были какие-то в вашей жизни отношения. Может быть, это были с друзьями, может, с людьми, с которыми вы общались. Но то, что уже в начале месяца от вас уходит, то, что вам не нужно, это однозначно. Но это, знаете, уходит благодаря, что у вас есть стремление. У вас нет уже только мысли об этом, а уже есть в начале месяца действия. Давайте посмотрим следующая карта, да, в начале месяца для вас, мои дорогие, десятка кубков. Мужчины и женщины, которые, ну, в отношении, да, это может быть ваша семья, может это быть длительные отношения, да, которые вы уже живете вместе, это ваш фундамент. Это, может, были какие-то разговоры, которые раньше для вас были, знаете, очень тяжело договариваться чем-то. Может, кто-то хотел, да, знаете, чем-то заниматься, а второй ваш, это, ну, вторая ваша половинка не была согласна. И здесь идет то, что у вас уже как стабильность. Да, как ваш фундамент, да, уже идет, знаете, как к стабильности. Еще хочу сказать такое, что может быть, те, которые в отношении длительно, могут быть, уже есть желание уходить. Может быть, это идет, да, к разрушению отношений, да, эти отношения уже изжились, да, и люди уже не хотят сохранить отношения только ради детей. И здесь как-то все-таки уже были, да, знаете, какие-то мысли, да, да, и у вас в октябре уже есть какое-то решение и действие. Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта — четверка мечей. Четверка мечей вас на середине может требовать такое состояние побыть один с собой наедине, дать себе возможности восстановить себя, исцелять. Может, кто-то через каких-то медитаций, может, кто-то читает, может, кто-то поедет где-то отдыхать, но вам в середине месяца требуется вот именно это исцеление, вот именно быть один с собой, да, и решать какие-то ситуации. Давайте посмотрим следующая карта, да, следующая карта на середине месяца — это тройка жезлов. А почему вам нужно где-то в середине месяца подумать, побыть сам собой наедине, да, брать какое-то время, уходить, может быть, от каких-то ситуаций, от каких-то разговоров с людьми, которые из вашей семьи могут быть, и принять этот выбор, да? Принять какой-то выбор, который вы понимаете, да, может это быть то, что уже вам не приносит какое-то счастье, да, может не приносит там на эту работу какие-то ваши финансы, которые вы бы хотели, да, здесь просто нужно, да, на середине брать возможность себе осознать и понимать то, что те, которые касаются отношений, да, и те, которые касаются, может быть, этой работы, да, что вам уже как-то нужно что-то поменять, уйти от той места, в которой вы работаете. Давайте посмотрим следующая карта на середине. Это карта мира. Как я вам говорю, вот просто уйти, это вам дается возможности в середине месяца. То, что вы должны уходить от чего-то и принять это решение уже
однозначно уже на середине месяца. Но все-таки все зависит, какой вы выбор делать, да, будете сделать. Давайте посмотрим следующая карта. Да, следующая карта на конец месяца для вас. Это карта императрицы. Женщины, это касается вас. Женщины одиноки. Может быть, вы должны уходить от каких-то пустые надежды, которые человек не дает возможность. Может, вам нужно какое-то время, может, побыть одна, да, для того, чтобы вы входили в новых отношения. Потому что некоторые могут быть после развода, после расставания. И здесь вам нужно, да, выбирать себя. Выбирать не другого человека, а себя. Мужчины. Это может быть ваша женщина, и здесь может быть ваши отношения идут к разрушению. Одинокие женщины, мужчины, да, высшие силы, да, я вам говорю, после какие-то перемены, после какой-то завершения из вашего, после какого-то выбора, который вы его сделаете в октябре месяце, вам высшие силы даются новые возможности. Вам дается, знаете, эта карта вообще выпадает уже те люди, которые заслуживают блага, которые уже прошли какие-то испытания в жизни, и они уже в то время, когда они должны собирать какие-то плоды, да, через каких-то испытаний, через каких-то, да, жизненные уроки, то, что вы, у вас были. Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта — семерка жезлов. Преодоление ваших трудностей. От вас уходят какие-то пустые ситуации, пустые надежды, пустые отношения, какие-то пустые рабочие моменты, да, потому что вы делаете, да, вот уже делаете правильный выбор в середине месяца. И от вас вот высшие силы, да, вам дает возможность быстрее преодолевать эти трудности. Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта — карта совета. Что вам высшие силы советуют вам? Десятка кубков. Знаете, как говорится, десятка кубков — всегда после дождя выйдет радуга, да? Вы знаете, высшие силы будут на протяжении всего октябрь месяца, да, дать возможность понять, что вы можете быть счастливы, что вы можете, было тяжело, но сделали в свое время правильный выбор. И нужно вам это выбирать для того, чтобы начали что-то в новой вашей жизни. Даже если это касается отношений, даже то, что вы одиноки, даже то, что вы хотите, ну, как-то работу поменять, то высшие силы, да, если вы сделаете этот выбор и просто его сделаете, даже можно сказать, правильно, то вы будете, да, в той состоянии, когда будете в будущем радоваться. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.